красивые все-таки двери, а. И камушек блестит. И ковры такие вообще, да? Ой, новый режим фантастический. Просто фантастический. Выбери меня, выбери меня. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем. И это, конечно же, Frostborn. Скол? Скол! Что нам добавили? Нам дофига что добавили на самом деле. Помимо Мишки, да, я его продолжаю качать. Я думаю, ты его уже вкачал. А если нет, ну как бы идем, да, и все будет. Вот, рано или поздно возьмем Мишку и потестим. Но, самое серьезное, мне кажется, что такое добавили. Профа это круто. Но вот как изменился Один, это вообще фантастика. Давай все-таки разберем, нафига нужен легкий режим. Ну, во-первых, если ты новичок, ты можешь сюда вообще в трусах и в каске приходить, да? Я не знаю, хоть лещами. Ну, там, ну не лещами, не копьем, конечно, да? Ну, какой-нибудь вот такой обычный лук, посох помощи. И ты прекрасно будешь бомбить святилище Одина. Естественно, тебе будет меньше падать кулонов. Естественно. Но могу тебе сказать, что... Ну, давай попозже об этом. Достаточно хорошо падает, в общем. Я вот о чем. Если взять, к примеру, голема, да? Дадут ли тебе с голема вот такие огненные вещи? Нет, не дадут. Но у голема будет в два раза меньше жизни, то есть 5000, и атака будет слабее. И это касается всего святилища Одина. То есть если ты включаешь легкий режим, у всех меньше атаки, меньше... Ни защиты, ни защиты. Меньше хп. В два раза все урезано. Ну и лут, судя по всему, тоже урезан в два раза. Хотя за второй этаж, то есть когда за зелененький ключик ты входишь, да, там где алхимик этот, я поднял 14 кулонов за фул этаж. Это неплохо. 14 стальных кулонов. Золотишко, да, очень мало дали. Вот. Нафига вообще нужен этот легкий режим? Ты можешь в лайт-шмоте проходить, ты можешь тестить, ты можешь учиться. И когда научишься, уйдешь уже в нормальном шмоте, в нормальном режиме. Вот. Что не урезано? Не урезанный абсолютно лут ключей. И это самое главное, для чего нужен легкий режим. Вот эти гребаные ключи от кузницы можно фармить. Реально, это очень круто. В архивы мы с тобой боялись идти, теперь туда можно пойти. Если вы с сокланами, вообще фантастика. Научиться, узнать, посмотреть. И потом идти уже выбивать эти когти, этот шлем, да, и всякую ерунду. Вот, но самое главное, это, конечно же, ключи от кузницы, друзья. Ключи фантастические от фантастической кузницы. Чтобы бомбить голема, чтобы поднимать потом вот это огненное оружие. Теперь их реально можно фармить очень быстро. Вот так вот, ключи от кузницы. Насколько быстро? Ну, давай мы сейчас с тобой и проверим. Ну и плюс ты также, опять же, кулончики, да, чуть-чуть будут идти. А серебряных прям вообще не чуть-чуть. Я не знаю, это прикольно, это прикольно. А что по очкам турнира? Ну, очевидно, что очков турнира теперь дают меньше, да? Такая жесть вообще. Блин. Турнир прям запускай, я не знаю, только зашел в локацию, да, уже запускай. Иначе вот так вот будешь бегать, как ненормальный. Ну, реально, они вообще, я не знаю, такое впечатление, что у них и защиты как-то меньше. Но вообще нет, мы не наносим больше урона, значит, защиты не меньше. Есть еще одна очень классная вещь, да? И эта вещь, это профессии. Слушай, у нас новая система, да? Новая система, и она просто фантастическая. Что фантастического в этой системе? Мы теперь ее настраиваем. Быстрая смена класса. Я не помню, чтобы такое было, серьезно. То есть ты выбираешь до трех классов. Плюс один класс уже, который выбран. Итого 4 любых класса, ты представляешь? Блин, это такая грязь, это очень круто. Прям в PvP, наверное, эта штука нафиг не нужна, да? То есть слишком много времени надо рокироваться, это раз, два. Значит, тебе надо бегать с каким-то крутым супероружием. Короче, это жесть. В PvP, наверное, нафиг не нужно. Но в PvE, вот сейчас,
Да это фантастика вообще. И сразу тебе говорю, низший драунг, да? Ёлы-палы. Бери, как, бери что-нибудь. Что-нибудь бери. Следопыт, чародей, иллюзионист. Иллюзионист, кстати, вот здесь не нужная сейчас профессия. Ее надо изменить на... Ну вот, к примеру, на летчик второй у меня есть, да? Ага. Проверил. Ну, вот, да, вот с таким оружием сейчас ходить здесь на изи, это вообще такой бред. Это такой бред, просто гон, блин. Лучший драук на летчик. 240 жизней. Ёлки-палки. Я не знаю даже, слушай. 115 очков. Ну да, очки порезаны. Порезанные очки, безусловно. Драук воин. Ну давай, мужчина. Да. Я понял, что ему хватит и этого. Спиняка, спиняка. За этот класс надо ходить, брать с собой станы, да? И будет тогда вообще фантастика. Ну, то есть, спиняки мы бьем очень-очень хорошо. Я не дошел, да? Обновление, значит, прервали. Ну вот, смотри. Чик. О, а что-то это, да? Не фантастически. Смотри, кулончики серебряные. Хорошо идут, да? Хорошо идут кулоны прям. Мы пока с тобой ничего не засекаем, мы попозже будем засекать, да? Когда спустимся на нижний этаж. Слушай, если вот прям вот быстро, да? Блин, привычка, привычка туда заходить в классы. Надо привыкнуть к этой суперсистеме. Если прям быстро. Банально за какого-нибудь лучника, за берсерка, да? Это вообще, я не знаю, моментально. Моментально быстро дойдешь. Ну, потому что это грязь, блин. Это классы всегда были грязь, да? А вот так вот, ну что тут? Раз, два и готово. Я даже не знаю, сколько минут нам надо, чтобы дойти до финала, блин. Получить зеленый ключ. Гори. Да, огненный лук, это фантастика. Ну, естественно, все надо поднимать. Если идешь за берса второго, даже первого... Да, есть у тебя рассекатель. Слушай, возьми какое-нибудь овнооружие. Возьми его, потому что они вообще, шарики лопаются от стелса. Ну, это чересчур, да, для этих бомжей. Ну что, 355 урона, ужас какой. Вот, что-нибудь послабее возьми. А то прям жалко тратить удар на этих бомжей. Мы его и раньше убивали, да, за 2 минуты. Сейчас я даже не знаю, какое это время, блин. Блин, за секунды, просто за секунды этого бомжа можно рвать. Чего это? Ну, соответственно, да, у меня хороший такой, не слабый шмот. Но мы с тобой играем уже давно. У нас уже давно этот шмот. Да жесть, жесть вообще, что там говорить? Беспредел и безобразие, как говорится. И самое важное, с него лут обрезан, это понятно. Ну ключик-то дают. И ключик нифига не обрезан. Оп, хорошо, блин, сапоги подошвенные, грязь. О, а что ты снял их? А, вот. Вот она, самое главное, это суть, да? Урезано, не урезано. Самое главное, дают ключи. Ключи не урезают. Ну, как бы смысл в том, что получается голема, да? Располовиненного. Как-то не очень. Как-то не очень его бомбить. Блин, ну и новая система смены классов, это тоже очень крутая штука. Мы разберем ее попозже, да? В последующих роликах. Рассекателем, да тут вот просто, блин. О, надо же, смотри-ка, что. Ну, не по профессии, да, понятно. Надо какое-нибудь синее, зеленое оружие носить, да? Рассекателем классно, только если паровозики будешь собирать. Тогда да, прикольно. Но, я тебе порекомендую стрелка, чтобы шмот не стачкать. И вот мы сюда зашли. Нас с тобой интересует ключ кузницы. Это самая лютая вещь, которая добавилась вот
благодаря этому изи режиму, да, фармить ключи кузницы, потом на нормале идти в кузницу. Давай мы сейчас с тобой за отчетность возьмем по времени. Кстати, хочу тебе вот такой прикол сразу показать. Блин, а у меня посох-то есть? Вот молодец, посох не взял, да? Для того, чтобы иллюзиониста юзать. Ну, короче, иллюзионист очень хороший парень. Прям вообще фантастический. Именно в святилище Одина, когда ты собираешь паровозы. Он прям вообще убер. Ладно, действуем по старинке, да? Как раз, отчетность 13 минут турнира у меня осталось. Давай посмотрим, за какое время я дойду. Блин, они слабее, короче. Они меньше дамага наносят. Посмотрим, за какое время дойдем до алхимика. Готово? Сколько ушло времени? 8 минут, да? Да, 8 минут мы потратили. Слушай, ну, как бы мы и раньше-то не особо долго, да? Плюс я не собирал вначале паровоз. Ты видел, да, все? Если бы я, к примеру, пошел за класс берсерка, вот просто вот так тупо, блин, это было бы еще круче, еще быстрее. По луту даже 2 золотых кулона. Посмотри. Сталь уже накопили. Я не вскрыл еще ни один ящик. Не слабо. И это изи режим, друзья. Есть ли в нем резон? Блин, ну ты все сам видишь, да? А вот он и драуг. В 2 раза меньше жизни. Все очень просто. Блин, мне кажется, его даже в ближнем бою можно расстреливать, да? Ну, в плане, он сейчас по атаке не такой фантастический будет. Ну, единственное, это надо берса брать. Я сейчас берса не взял, поэтому. А можно и не заморачиваться, если есть лучник и луки. Вообще, да, дэмэдж не получаем и сносим нафиг. Блин, ну да, ты видел все. Нанес. Смех. Он слабей, короче говоря. Он стал слабей. Да бей меня, пофиг. Так, стоять. И все, да, и уже бежим назад. Слушай, как это классно, а? Ну, я пока вижу только плюсы от этого режима. Да? И кто мне скажет, что да ну нафиг, режим фигня. Да классно, классно, не. Не вижу вообще фигни. Супер. Фармить ключи хотя бы, да? Если ты не обладаешь килограммами времени, и у тебя прям напряженка со временем, чтобы поиграть в наш любимый Frostborn, надо успеть сходить на работу. Надо сделать домашние дела, сходить на тренировку, блин, на учебу. Вот этот режим просто фантастика. Он не будет у нас, значит, теперь 100%, что тебе надо килограмм времени потратить. Чик. Опа. И вот что и следовало доказать, да? Фарм ключей. Фарм ключей просто эпический. Я не знаю, друзья, мне кажется, это классно. Потом вот с профессиями, да, тоже супер. Ты всегда можешь посмотреть обзор на обновление, да, которое совсем недавно я выпускал на канале, вот. Ну и я там, собственно, и подчеркнул вот эту фишку, что эта фишка для, я не знаю даже, для новичков и очень-очень хорошо ПВЕ подняли в игре. Основная тема Frostborn'а — это ПВП, но, друзья, на вкус и цвет товарища нет. Кому-то нравится просто развиваться за викинга. Ну да, это бред играть во Frostborn и избегать совсем прям ПВП. Потому что, ну не бред, ну как бы, ну это ПВПшная игра, ПВПшная. Турнир, нет, смотри что. Турнир у нас, я думал отобрали 100% в турнир. Не, нормально, блин. Так, тогда давай, да. Давай закрепим результат турнирный. Минута 30, много особо не смогу собрать парик. Ну вот этих вот можно. Ну, как бы первое место, оно не то, что прям вообще офигеть, как нам нужно, но лишним оно не будет, да? Мужчина, вы в общую кучку, так сказать. Лишним не будут нам пушки. Они синие, прокачка профессии банально. Так, мужчины, объединяемся все, только не бьем своей обилочкой, нафиг она не нужна. Вообще, я не знаю, шикарно, шикарно. Но смотри. О, огненная оружка вроде как точно не падает. Друзья, оставляйте свои комментарии. Может быть просто шанс какой-то слабенький у огненного
огненного даггера, лука, да? Слушай, ну неплохо, неплохо, кулончики-то идут. Вообще, соответственно, рандом, да? И это изи режим, ты представляешь? Вообще грязь. Ну да, да, ну что это за такой лут? Полностью все-все-все лутать я не буду, да? Еще раз, я уже это тестил. Я могу тебе сказать только один вывод. Это офигенский. Этот режим для того, чтобы фармить ключи от кузницы. Соответственно, в кузнице ты всегда можешь бомбануть ключи от архивов. Плюс мы можем потренироваться с тобой и вообще узнать, что из себя представляют архивы. По турниру, да, ты видел. Я особо не паровозил, да, и набрал 9000 очков. Ну, конечно, не 20, да, но этого достаточно, чтобы первое место занять, самое главное. Давай сразу откроем турнирный. Оп, хорошо. Вот, кстати, вот с таким луком любой новичок теперь может проходить от заведения. Реально, с зеленым луком, с обычным. Блин, это супер. Если все ящики облутать, будут еще кулоны, соответственно. Но-но-но. Если говорить про кулоны, естественно, это другая тема. Это, блин, нет. Чтобы кулоны бомбить, надо проходить в нормальном режиме. Оп. Ящик вскрыли, получили кулон, да? Не слабо? Нормально. Я смотрю сейчас именно золотые кулоны, потому что серебряные идут неплохо. Вот прям, ну, неплохо. Ну, естественно, есть определенный рандом, да? Ништяк. Неплохо также идет и ресурсы. Каков итог, друзья? Режим изи, легкий. Вообще фантастика. Ты можешь научиться. Если ты новичок, это просто Uber. Не жми никакой стандарт, естественно, иди в легком. Ты можешь научиться, это раз. Ты можешь накопить нормально, адекватно ключей, да, и, соответственно, потом научиться проходить кузницу. И когда все это сделаешь, тогда уже бомбить голема, да, не потратив впустую шмота и своего времени. Ну и архивы, конечно. Вот. Это классно. Суперский режим, без Б. Буду ли я им пользоваться? Безусловно. Я буду им пользоваться банально, вот когда я стреляю ключи для голема. С голема самая уникальная вещь, если ты не знал. Напоминаю, вот этот даггер огненный, лук огненный. Плюс пока ты будешь проходить, значит, кузнецы Одина, да, там тебе еще алебарду дадут огненную. Она неплохая, да, она неплохая, если за танка играть. Прям вот неплохая. Оно синее оружие, но тем не менее накладывает горение. Ну и выглядит классно, да? Самое главное. Пойдем заберем свое подношение. Ну давайте, друзья, удивитесь. Здесь могут удивить, даже сирень дать оружие. Хоу, класс, класс. То, что персональные печати стали, да? Это я уже в обновлении, опять же, в обзоре тоже говорил. А что классно? Вот этот лук я первый раз выбил. Урон от яда 7 в секунду. Урон от огня 10 в секунду. Но это фантастический гребаный огненный лук. А это овнище, да, грубо говоря. Ну не овнище. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйся, подписывайся на канал. Видос выходит каждый день. Ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Конечно же, качай себе Frostborn. Очень приятно, что разработчики обращают внимание на соло игроков и на ПВЕ составляющую. Потому что последние обновления просто это подтвердили. Соло игроку стало играть гораздо легче. Ну и, конечно, оцени ролик луксом. Скол! Скол! Удачи тебе! Пока-пока. Прикольно. Воу! Ух ты, блин. А он быстрый, да? Ничего себе пулеметище, блин. Жесть.